Я скажу вам так по поводу кино, да, по поводу ремейков. Я думаю, что с одной стороны это хорошая история переделать старый фильм и на новый манер и показать его современному поколению, как бы действительно привлекая аудиторию. С другой стороны, если получается отстой, не будем даже выбирать слова в этом вопросе, то и современное поколение не проникнется. А я уж не говорю о том поколении, которое скажет, что вы сделали, вообще вы с ума сошли, зачем вы испортили вот это вот наше действительно родное, близкое, что вы наделали. Поэтому здесь очень такая двоякая ситуация. Если действительно талантливо сделано, талантливо снято, и все это, ну вот невозможно глаз оторвать, что большая редкость, тогда я за двумя руками. Потому что и поколение действительно молодое притянется, и старикам понравится, я вас уверяю. Но если это сделано ужасно и смотреть на это невозможно, но я вас умоляю, давайте не будем заниматься ерундой и снимать вот это вот Г для того, чтобы просто, я даже не знаю для чего, потешить какие-то свои, может быть, амбиции, самолюбие, чтобы вот, а мы там пересняли, мы переделали, мы сделали этот ремейк. Не знаю, мне кажется, что не стоит, если это, ну, большая редкость, когда действительно это удается. Так что вот я так думаю, что лучше не надо рисковать все-таки.